Посмотрите, какая красивая птица мальдивская. Это мы находимся на острове-резорте, который называется Худхуран-Фуши. И вот тут мы на одном из пляжей этого острова увидели очень красивую птицу. Очень красиво. Что это такое за птица? Худой пеликан или цапля? Красиво. А вот здесь находятся те самые домики, в которых живут самые богатые отдыхающие. Это домики на воде, потому что здесь есть виллы на берегу, есть виллы вот так на море. Но туда ходить нельзя, туда ездит специальная машина, туда возят тех, кто там живет. На пляжах изумительная красота. Вот тут в какое место ни зайди, можно сфотографироваться. Вода горячая, теплая, чистая, рыбки плавают. И даже мы видели маленькую акулу. Представляете, она плавала возле берега. Маленьких рыбок очень много. Это вот дети наши ходят, гуляют. Вообще красота. Просто глазам больно, настолько это красиво. И это мы купили дневное посещение этого острова-резорта. Здесь мы платили $85 за взрослого, дети бесплатно до 10 лет. Но моему 10 и тоже дали бесплатно. И платили за лодку $50 в оба конца. То есть мы платили $50, я платила с ребенком 50, и моя приятельница тоже платила 50. Посмотрите, какая красота.